Друзья, спортивно-патриотический клуб «Ярополк» представляет 12-ю международную акцию «Быть здоровым – это модно», которая пройдет в формате телемоста не менее чем в 35 городах России и дружественных стран, где единовременно более 5000 смельчаков обольются ледяной водой в цветах государственного флага России. В акции примут участие такие города, как Тирасполь, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Волгодонск, Геленджик, Новороссийск, Хабаровск, Казань, Керчь, Астрахань, Курган, Анапа, Калининград, Евпатория, Владивосток, Тюмень, Чита, Свирск, Пермь, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Красноярск, Кемерово, Кызыл, Калуга и многие другие. Главной площадкой мероприятия станет город Красногорск Московской области. Информацию о времени и месте проведения акции в регионах можно узнать на сайте акции «Быть здоровым.ру.рф». Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте. Количество участников ограничено. До встречи 24 февраля. Быть здоровым – это модно.